Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня я хотела поделиться с вами огромной радостью. Все, кто подписан на мой канал и смотрели вчерашнее видео, вы видели, как я вчера купила и установила для Лилечки новый туалет. Я не ожидала, если честно, сено днем я убрала, потому что вчера я положила сено, думала, что на запах сена, в который она писала, она пойдет. Вовнутрь я положила вчера гранулы, в которые она писала. Посмотрите, Лиля сегодня писала в туалет. Представляете, только вчера вечером я его установила. Вот моча свежая на уголочке. Вот свежие вспухшие гранулы под, в этом уголочке. Под вот как раз она вот так устанавливается, вот эта сеточка сверху. То есть всего-навсего на ночь вчера я поставила этот новый туалет. И Лиля в него сегодня благополучно ходит. Тут такая мокренькая штучка не одна. То есть она сюда писала не один раз. Я не ожидала, если честно, я думала, что это бесполезная штуковина, которую придется потом использовать как-то иначе. Не в качестве туалета, а как-то по-другому. Я вчера об этом говорила. Но я сначала даже сегодня пришла и проверила. Вот здесь в углу у меня была целая куча сена, в котором Лиля спала. Вот я сначала приподняла сено и посмотрела под ковриком, так как у меня везде этот коврик ПВХ. Думала, что если Лиля спала в этом сене, в этом углу, то, скорее всего, она туда и писала. На туалет я как бы и не рассчитывала. Случайно я, значит, приподняла эту штучку, увидела мокрую лужицу, потом увидела вот это вот, в общем, ура, ребята. Я такого результата вообще не ожидала. Я безумно довольна за это. Лиля сегодня получает повышенную порцию петрушки, свежую тыковку с нашего огорода, поэтому шкурку не срезаю. Кабачок свежий с нашего огорода, также поэтому вот помыла просто и шкурку эту оставила. И две долечки патиссона, так как патиссон даю первый раз. Ага, вот еще про корм хотела рассказать. Это Little One, Зеленая долина, это вот смесь кормов Криспи. Основной мюсли и там вот эти вкусняшки. Ела она Зеленую долину. Вижу, что ее стало меньше. Больше всего с вечера съедена Криспи. Съедена, как всегда, была сочка, как всегда, не тронута вода. Но, ага, вот капуста ей тоже, кабачок сперла и спряталась в сено. Капуста ей тоже, собственно, не понравилась. Не тронута была ни листики, сейчас их уберу, улиткам отдам. Ни листики были не съедены, ни вот эти белые штучки я вчера нарезала, тоже не съедены. То есть вот на эту капусту она реагирует совершенно спокойно, не нравится она ей. Не нравится, значит, не будем давать, найдем что-нибудь другое. Вчера вот я ей положила еще из этих вкусняшек листья крапивы, так они и валяются. Как и говорила, много-много сена разных сортов, много-много корня одуванчика тут положила, чтобы она стачивала зубки. Корни одуванчики, она вообще ровно на них реагирует, никак она на них не реагирует. Вот видите, прячется от меня, таскает в куски, в еду, в сено закапывает. Вот этот вот, самое, на мой взгляд, это было G-Farm, вот эти вот такого плана, как вот трава, да. А вот там зелененькая, которую Лилька попкой придавила. Да-да-да, поругайся на меня, сено, говорит, куда ты убираешь от меня сено. Я хочу, чтобы ты показала нам, как ты красиво кушать умеешь, да. Завозмущалась, заругалась. А я тебе отдам, Лиль, отдам я тебе сено. Вот тыковка свежая, пахнет дынькой. Только-только вскрыла огромную тыкву. Пахнет просто прелесть, аж сама ешь. Хоть сама ешь, дынькой пахнет. Лилечка, ты у меня самая умная морская свинка на свете. Научиться ходить в туалет за один день, такого я от тебя вообще, если честно, не ожидала. Ты меня радуешь и радуешь с каждым днем. С меня еще будет тебе путек укрушки, петрушки дополнительные. Аж это заикаться от радости мать начала. Так, подсветочку нам сегодня папа привез. Ой-ой-ой. Дополнительные лампы для более качественной видеосъемки. Чтоб нам было получше рассмотреть, можно Лилечку. Вот такая умная у нас хрюшечка.
Огромное спасибо за эту хрюшечку, заводчице моей подруги Ирине. Вот такие умные поросятки у Ирочки растут в доме. Скоро к Лилечке приедет подружка из того же питомника. Будем надеяться, что будет такая же умная, как Лилечка. Или, возможно, Лилечка постарше, так она подружку свою научит ходить в туалетик. Ну, как хорошо ест кабачок. Ну, правильно, свежий, только-только все вскрыто. Все с дачи, не покупное, конечно. Ароматное, нигде не лежало. Куда Лилечка идет? Ты у меня так не сфокусируешься, дружочек. Вот такой умный поросенок Лилечка у нас, надо же. Кушай, Лиля, кушай. Давай патиссон тебе покажем. Будешь патиссон или нет? Так что вот делюсь, этот туалет фирмы Трикси я купила в Санкт-Петербурге в интернет-магазине Филя. Стоит он 232 рубля. Размер длина 27, он угловой, значит, две боковины по 27 и 16 в глубину. Места занимает немного, это у меня у Лилечки террариум на метр в длину, то есть, в общем-то, немного места занимает. Все помещается, и Лилечке есть где побегать. Ага, патиссончик пробуем. А, Лиля, жадина, скажи, все, что не съем, все поднадкусываю, да? И патиссон схватила, и кабачок доедает, прям, ну, все. И вот сено, на котором сидит Лилечка, это больше всего мне понравилось вчера. Самое зеленое, самое тоненькое, нежненькое. Это было с добавлением одуванчика. И большие куски одуванчика, там вот цветочки засушенные были. С ромашкой этой же фирмы. Совсем не такое зеленое, не такое ароматное. Кабачок, скажи. О, Лилька жадина. Смотрите, что делает. Хватает много-много кусочков. Еще эти не доела, уже другой схватила. Тогда на ночь я сегодня опять смесь кормов Криспи добавлю. Там ягодок много, одуванчик тоже, какие-то веточки там, корни одуванчика, палочки вот эти вот зелененькие, гранулы, травяные, наверное. Господи, это не съела, уже следующий кусочек достает. Ох, забыла. Сегодня нам у меня запарены отруби для Лилечки. Сейчас на сочке поест, закончу видеозапись и поставлю обязательно ей отруби. Через день даю отруби. Забыла, принесу обязательно. Лилечка так повернулась к нам с такой красивой частью тела.
Я не вижу, что я снимаю. Совсем от меня Лиля отвернулась. Лиля слушает, как там кричат собачки. Ну, ты жадина. Все кусочки с тарелочки она перетаскала. Еще те не съела, уже новые натаскала. Давай уже я тебе эти все кусочки с блюдечка-то сниму. Ну, раз тебе нравится. Только вот так, повернись как нам. Избушка, избушка, повернись как нам, передом. А то мне, Лилька, тебя снимать неудобно, да. Развернись, вон, смотри, сколько ты натаскала, уже нагрызла. Да-да-да, разозлилась, обиделась, убежала. Ну, куда побежали? Маленькие поросятки. Так, все, все. Лиля на меня обиделась, ушла в сток сена. Да-да-да. Что тебя расстроило, что я у тебя тарелочку забрала? Выходи. Выходи. Лиля, выходи, дружочек, пирожочек. Счухает еще там в сене сидит. Он дает. На этом, наверное, будем с вами прощаться. Самую главную и важную для меня новость я вам рассказала. Лилька научилась ходить в туалет за один день. А Лилька обиделась, я у нее тарелочку забрала, она спряталась в сток сена. Да-да-да, выходи, а то уйду от тебя. Вон она там закопалась. Где ты расстроилась-то? Подумаешь, блюдечко забрали, я же наоборот, чтобы тебе удобнее было. Вернись к нам, Лилечка. Без тебя же неинтересно видео снимать. Два. Все твое на месте. Я же не отнимаю у тебя. Ух, ух. Злой поросеночек. Люлек обиделся. Давай петрушечки тебе дадим. Сельдерей, кстати, в виде вот этой травки тоже Лиля хорошо кушает. Ты расстроенный маленький полосеночек. Скажи, как ты мне разрешаешь себя гладить по головке? Нет, вредный поросеночек, ты не убегаешь. Лиля, как ты разрешаешь себя гладить? Опять убежала, спряталась. Ну, побегай, побегай. Кто покушал, можно и побегать, да? Лилька сегодня не в духе, позировать не хочет. Ей понравилось прятаться в стоге сена. Лилька. Какой? Хрю-хрю. Ладно, не хочет Лилька позировать. Положим ей побольше сена на место. Будем с вами тогда прощаться, дорогие друзья. До завтра. Сейчас пойду поставлю Лилечке отруби, добавлю Криспи, раз она его хорошо подъела.
Увидимся завтра на канале питомника Марии Мистик. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с другими питомцами, живущими вместе с нами. Кто подписан, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Лилечка, выйди попрощаться. Бессовестный поросенок. Лилечке желаю приятного аппетита и спокойной ночи. Умница, Лилька. А вам, дорогие друзья, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч на канале питомника Марии Мистик.